Всем привет, подписчики канала LifeTurin. Сегодня на обзор мне попал космический паёк Космопит. В бело-фиолетовой упаковке находится тюбик, в котором находится мясо с гречкой. Пищевая ценность нам не нужна. Для разогрева не требуется микроволновка. Это очень хорошо, ведь в космосе нет микроволновки. Здравствуйте, это прямое включение из штаба Навального. Сейчас ко мне вламываются МЧСники, готовые разрубить меня на части. Крупа гречневая, лук репчатый, морковь столовая, масло подсолнечное, перец черный молотый, перец душистый молотый, соль, пищевая вода. Так, погодите, кое-что еще. Мясо свинины. Алло, мама, я не мусульманин. Сынок, ты дебил. Продолжи. Теперь продолжим читать инструкцию. Вытащите тубы из упаковки. При необходимости разогрейте, используя подогревательную космогрелку. Открутить колпачок и снять его. Прилагаем в комплекте спиртовой салфеткой протереть горлышко. Уходи к моей бумаге! Черт! Кто это был? Надо отсюда сваливать. На вид, конечно, блюдо не очень. Вы меня теперь отпустите? Нет. Тебе еще российский сыр паёк есть? Нет, украинский! Бомж, лови его, бомж! Если взять обычную гречку с говядиной и перемешать в блендере, то же самое. Даже нет ни отличий. Просто вкусно кажется. Я ставлю этому сухпайку 10 из 8 алишеров.